Всем привет! Сегодня у нас 1 сентября, и можно сказать, что отдельные грузди у чистого уже созрели. Созрели те грузди, которые первые зацвели на тех лозах, которые почки первые проснулись. Так как лучистый у меня в этом году просыпался на протяжении 2 недель, то разница между гроздями, конечно, есть. И те грузди, которые зацвели последние чуть ли не через 3 недели, то они отстают. Ну и, конечно, они нуждались в большей обработке. Вот так выглядит сейчас лучистый. Вот такой вот красавец. Как я и говорила, он на 2 недели позже созревает, чем велес. Велес мы уже доедаем. Уже у нас остались остатки. Но велес уже начинает заизюмливаться там. Уже, как говорится, его там осы едят. Вот. Ну, а лучистый уже на подходе. Грузди у меня, конечно, не такие большие, как вот показывали, что там прям по 50 сантиметров, но для меня и это красотень. Здесь у меня на этой лозе было 2 грозди, одну мы уже срезали. Здесь, как вы видите, какая-то тоже вот на одной лозе я оставляла по 2 гроздочки, потому что они были маленькие, и я сразу видела, что они маленькие. Вот. Вот такая вот красотень. Вот. Давайте я сейчас сорву одну ягодку и попробуем. Ой, на вкус. Самые такие. Вот как они выглядят. Очень сочные. И смотрите, здесь как таковой косточки тоже нету. Но есть как бы рудименты. Ну, это то же самое, кишмыш считается. И в прошлом году у меня то же самое. Были рудименты, но это все съедалось. Настолько, вы видите, сочная ягода, что вот просто аж сок течет. Очень вкусная. Вот мне нравится лучистый. Шкурка, ну, вроде как она ощущается слегка, но вполне съедаемая и очень даже вкусная ягода. Вот такой вот интересный сорт лучистый, который растет у меня в открытом грунте. Как его выращивать, чтобы быстрее созревали грозди? Ну, смотрите, как тут красиво смотрится, прям как арбузики. То желательно, конечно, лучистый как бы разгонять пораньше. Чем раньше его разогнать, чтобы почки раньше проснулись, тем лучше будет вызреваемость гроздей и лозы. Чем позже просынается почка, тем тяжелее на моем участке, по крайней мере. Ну, следить за всякими вспышками болячек, потому что, особенно в этом году, конечно, попомучилась я. Ну вот, на удивление, конечно, и на мою радость. Вот такой вот результат. Вот. Лучистый, конечно, меня радует.